Добрый вечер. В студии Первого Дину Руснак с обзором основных событий. В начале коротко о главных темах выпуска. Тот чататени ворку нуаште дин тимп. Че се аштеапте, каре сунт крештеле, каре се аштеапте. Галопом по Европам. Пока министры ищут газ на Западе, премьер морально готовит население к тому, что он будет очень дорогим. Нам систем пресиуме антигазы натурали, ну, пермите для мари консуму. Неэкономных отключат, остальных не подключат. В городах на севере страны нет возможности отапливать даже социальные учреждения. Жизнь артиста балета – это в каждый день ты работаешь с болью. Это нормальное ощущение. Жизнь – боль, но эта жертва нужна искусству. В мире чествуют артистов балета. Контракта с «Газпромом» все еще нет, а правительство сосредоточилось на поисках альтернативных источников. Премьер Наталья Гаврилидзе заявила, что сейчас вопрос обсуждают с властями Украины, Румынии и Польши. При этом запасов голубого топлива в стране на пару дней от силы. Поставщиков тепла попытаются обеспечить мазутом из Румынии. Тем временем руководство «Молдовагаз» не скрывает. Ситуация критическая. Дефицит газа в сети 90 миллионов кубометров. Чтобы компенсировать дефицит, крупные потребители, такие как «Термоэлектрика», перешли на мазут из госрезерва, а чиновники пытаются купить газ в других странах. Chiar azi, ministrul infrastructurii și dezvoltării regionale, vicepriministru Andrei Spânu, se află în Polonia în discuții la tema crizei energetice. Anterior, viceprim-ministru Nicu Popescu a avut discuții la această temă la Bruxelles și București, iar joi va pleca la Kiev. Эксперты не одобряют склонность властей искать газ на региональных рынках. Говорят, население понесет колоссальные расходы. В той же Украине с 1 октября бытовые потребители платят за газ от 21 до 31 гривны за кубометр. Это от 15 до 23 леев. Румыния импортирует российский газ по спотовым ценам, которые достигли 1000 долларов за 1000 кубометров. То есть для Молдовы дешевле никак не будет. Журналисты спросили премьера, почему она на прошлой неделе не переговорила на эту тему с Владимиром Путиным на саммите глав государств СНГ. Ați avut recent o conferință în format video în cadrul CSI și vreau să vă întreb dacă ați discutat, poate informal, cu președintele Putin referitor la un contract cu Gazprom. Poate ați avut această posibilitate să aveți o asigurare. Reuniunea șefilor de state CSI a fost transmisă online. Alte discuții, în afară de ceea ce a apărut în spațiul public, nu au fost. Высшее руководство страны избегает диалога с Москвой на политическом уровне, но направило письмо замглавы кремлевской администрации Дмитрию Козаку с просьбой приехать в Кишинев и обсудить проблему. Приглашение не было принято, и власти решили отправить в Россию вице-премьера по реинтеграции Влада Кульминского. Тарифы на газ вырастут. Об этом сообщила премьер Наталья Гаврилидзе. Она не уточнила, насколько подорожает голубое топливо, так как власти до сих пор не знают, где будут его закупать – у «Газпрома» или в Европе. При этом глава Кабмина обещает компенсации населению. Не ожидаем, что прецурили вор креште. Тарифы не ва креште имедиат, дечи экзиста анумите процедури. De aceea, toți cetățenii vor cunoaște din timp ce se așteaptă, care sunt creșterile care se așteaptă și vom veni în același timp cu informații despre compensațiile oferite de guvern. Обещанные компенсации, скорее всего, будут выплачены из денег, взятых в долг у международных финансовых институтов. Премьер-министр говорит, что сейчас этот вопрос правительство обсуждает с внешними партнерами. Discutăm despre suport direct bugetului și în condițiile crizei energetice, care evident va necesita mai multe resurse pentru compensarea păturilor vulnerabile, pentru compensarea consumatorilor vulnerabili deci la aceste schimbări în piața, pe piața energetică și de asemenea suntem în discuții despre accesarea unor noi împrumuturi de la alte instituții financiare internaționale, dacă va fi nevoie. Насколько увеличатся счета, премьер не уточняет. В правительстве ясности нет, поскольку оно еще не достигло договоренности с потенциальными поставщиками.
Noi încă negociem cu diversi parteneri, de aceea nu voi da sume aproximative. Noi vom comunica cu cetățenii atunci când avem fapte și date concrete. Наталья Гаврилица заверила, что вне зависимости от того, какую цену будут платить бытовые потребители, в стране будет газ. Использовать кредиты из-за границы на потребление значит загнать Молдову в кабалу. Специалисты говорят, даже людям без экономического образования понятно, что займы нужно брать только на развитие экономики, чтобы потом было из чего отдавать. А если заграничные деньги просто проедать, страна попадет в полную зависимость от внешнего финансирования и потеряет способность выживать самостоятельно. Напомню, правительство Гаврилицы собирается направить внешние кредиты на компенсацию за отопление для некоторых категорий граждан. Экономический аналитик Олег Косых говорит, что в иностранных кредитах нет ничего плохого, если только они направляются на экономическое развитие. Если они будут потрачены на инвестиции, то есть дальнейшее создание, развитие экономики, создание новых рабочих мест, оживление каких-то секторов экономики, то ничего плохого здесь нет. И совсем другое дело, когда мы берем деньги, которые банальным образом проедаем, да, то есть не создается никакая дополнительная стоимость. Люди, которые хоть раз брали потребительские кредиты, знают, что возвращать их очень сложно. И зачастую для этого приходится брать новый кредит. Одномоментно это решает вашу проблему, но в долгосрочном периоде вы попадаете в долговую кабалу. И все ваши будущие доходы идут на погашение задолженностей, а также процентов по этим задолженностям. Политолог Виталий Катана сравнивает потребительское кредитование с неэффективным лечением больного, когда ему не помогают по сути, а только избавляют от боли. И как бы ай ум больнав, в лог сел тратез и сел адуч ла о старе санатуаса, сар инчерка, де факт, имбуйбаря луй ку медикаменты и тар и наркотиче, пентру ал цине ин вяца. Есть о политика дефектуаса. Эксперт признает, что Молдова всегда получала внешнее финансирование, но не в таких объемах, да и использовались займы эффективнее. Anterior, de exemplu, se discuta de anumite proporții, 15%, 20% în ceea ce privește sprijinul bugetar macroeconomic. De data asta, cred că ne ducem, sper să nu ajungem la 100%, imposibil, pentru că niște bani tot se mai fac. Dar orice caz, aceste proporții cresc, iar asta înseamnă, de fapt, скадеря экономич. В этом году Молдова получила от Международного валютного фонда почти 240 миллионов долларов. Все эти деньги были направлены на поддержку госбюджета. Кризис с газом ощущается по всей стране. Некоторые сетевые операторы предупреждают клиентов, что если они не сократят потребление голубого топлива, то их отключат от системы. Тем временем некоторые больницы, детсады, школы и колледжи Бельц не обогревают. В Чет-Норд заявили, что не могут обеспечить соцучреждения теплом. А ситуация актуала не можем с коннектом мой мол с консуматор дин кауза к нам систем пресиуне от газа натурале не пермите для мари консуму. И компания «Еловеньгаз» направила местным властям предупреждение с требованием сократить потребление газа. В противном случае оставила за собой право отключать потребителей от сети без предупреждения. Премьер-министр заявила на пресс-конференции, что не знает о таких шагах. Dumneavoastră formulați un pic manipulatoriu totuși. Deci nu au fost amenințați că vor fi deconectați. Deci aceasta nu este adevărat. Vreau încă o dată să îndemn toată lumea cu această ocazie să fim foarte atenți în declarații, în privința disponibilității gazelor naturale, prețului și așa mai departe. Deci trebuie să operăm cu fapte. Da, au fost îndemnuri din partea Moldova Gaz pentru o anumită economisire, din câte știu. Puteți să întrebați Moldova Gaz să spună care au fost motivele acestor scrisori. Eu personal cred că cetățenii Republicii Moldova au suficient bun simț ca să decidă cât pot consuma și ce pot face cu cantitatea de gaze pe care o consum.
Между тем, сегодня остановились заводы по производству асфальта и битума. У них отключили газ. Поэтому ремонт дорог приостановят на неопределенный срок. В Кишиневе отопительный сезон начнется 22 октября. По прогнозу, к этому моменту 3 дня подряд ночная температура не превысит 10 градусов. Распоряжение подписал мэр Ион Чебан. На данный момент в столице к теплоносителю подключены 167 жилых домов. С 1 октября отапливаются 132 детсада и 53 школы, а также 33 медучреждения. Ну а в ближайшие 4 дня нас ждет бабье лето во всей красе. Настоящая золотая осень. Ясное небо, яркое солнце, до 22 градусов поднимутся столбики термометров днем, ночью будет не менее 10. А вот на выходных почувствуем дыхание зимы. Страну накроет холодной волной. Дневные показатели на севере к воскресенью опустятся до плюс 10, а ночью ниже 0. Сжиженный газ опять пошел в рост, на этот раз на 14 банов. Литр сегодня стоит 13,29. Не отстают и другие виды горючего. За 95-й бензин на АЗС просят 21 лей с половиной. Дистопливо продают по 18,55. По решению НАРЭ завтра и бензин, и солярка подорожают еще на 5 банов. Водители в шоке. Тут мы карбуранцы, соскунькитары. Карбуранцы, да, и foarte greu, mai ales noi suntem pensionari, ce să faci cu pensia? Tot 20 litri sau jumătate de pensie. Foarte urât. De ce? În piesă se duc banii, gările le plătim și călătoria au rămas tot aceeași, dar combustibilul din zi în zi tot se mărește. Tare rău. Mi se pare cum s-a schimbat puterea la noi. A apărut așa... Prețuri tare mari. Din fiecare zi se scumpește, scumpește. De ce nu se scumpește în Rusia? De ce nu se scumpește în Ucraina? De ce noi am ajuns la prețurile cele din Europa? Eu nu sunt potrivit, dar las de salariu a ăsta care este din Europa. Ca poate ceva scapă de vedere, poate ceva nu se face la timp, poate chiar aceleași gaze, adică trebuie contractul mai din timp. Vorba aceea, adică acum se face la bătrâni, se spune că să gătești sane de vară. А глава Кабмина говорит, что власти ничего не могут поделать с тем, что происходит на мировых рынках. Но они пытаются. Noi suntem o echipă, deci colegii din fracțiunea PAS, din Parlament și Guvernul, și la moment lucrăm împreună pe platformă parlamentară pentru a examina alte opțiuni de politici care ar putea duce la îmbunătățirea situației sau o reglementare mai bună pe piața carburanților. С сентября, когда вступили в силу принятые ПДС поправки о ежедневной корректировке цен на горючее, бензин подорожал на лей 43, дистопливо на 2 лея 27 банов. Венецианская комиссия рассмотрит дело Александра Стояногла. 15-16 октября в ходе заседания группа экспертов по конституционному праву при Совете Европы поручила председателю Джани Букикио взять наблюдение под личный контроль. А сегодня в Молдову с 3-дневным визитом прибыли представители СЕ по вопросам юстиции. Напомню, Александра Стояногла задержали 5 октября после того, как депутат ПДС Лилиан Карпер обратился с запросом в Высший совет прокуроров. В тот же день его отстранили от должности генпрокурора и назначили гособвинителя по делу. В его кабинете и доме прошли обыски. Стояногла был задержан офицерами СИБ за час до пресс-конференции, на которой собирался обнародовать информацию о нынешнем руководстве страны. ПДС намеревается подчинить себе аудиовизуальное пространство страны, грубо нарушая национальное и международное право и вводя цензуру. Об этом заявили как парламентская оппозиция, так и бывшие партнеры правящей партии после того, как ее члены подготовили несколько поправок к аудиовизуальному кодексу, которые устанавливают политический контроль над СМИ. ПДС предлагает поправки к аудиовизуальному кодексу, несмотря на предупреждения СМИ о нарушении права на свободное выражение мнения и установлении политической зависимости институтов в этой сфере. Среди предлагаемых изменений – создание механизма для роспуска состава аудиовизуального совета в случае, если парламент не утвердит годовой отчет о его деятельности. Не дорим же aici mai multă claritate, o reprezentare proporțională în procesul de desemnare a candidaților la funcția de membru în acest consiliu.
din partea Parlamentului, a altor entități publice precum președinția și guvernul și societatea civilă. Asta înseamnă că CEA se transformă într-o unealtă a guvernării și va face legea în audiovizual așa cum îi va cere PAS. Некоторые изменения касаются компании «Телерадио Молдова», которая снова должна быть преобразована в госучреждение. Парламентская оппозиция настаивает на том, что соответствующий законопроект нужно рассматривать только после экспертизы международных органов. Проектul DAT propune modificarea codului serviciilor media audiovizuale al Republicii Moldova prin introducerea unor prevederi care vor permite responsabilizarea furnizorului public național de servicii media, compania Teleradio Moldova, prin instituirea unui mecanism de control parlamentar. Astăzi, după mai bine de 20 de ani, guvernarea declarată pro-europeană își propune într-un mod barbar să-și subordoneze politic această instituție, dar și Consiliul Audiovizualului. Jurnaliștii, ONG-urile de specialitate, au luptat pentru a scoate aceste instituții de sub subordonarea politică. Astăzi însă PAS, fără discuții publice, fără expertiza Consiliului Europei, fără a apela la experiența instituțiilor similare din alte țări, își dorește să subordoneze audiovizualul controlului parlamentar. ПДС также предлагает назначать состав наблюдательного совета Телерадио Молдова и генерального директора учреждения в парламенте. Проектul de lege propune ca mandatul actualilor membri ai Consiliului de Supraveghere, a directorului general al companiei Teleradio Moldova și a directorilor generali adjuncți să înceteze de drept la data intrării în vigoare a modificărilor. Nici cea mai întunecată guvernare din perioada statului capturat nu și-a permis o astfel de monstruozitate. Atenționăm organismele internaționale, ONG-urile de specialitate, misiunile diplomatice, că proiectul de modificare a codului vine să elimine total independența atât a Consiliului Audiovizualului, cât și a Consiliului de Supraveghere al Teleradio Moldova, cu supunerea politică totală. Обеспокоены происходящим и бывшие партнеры ПДС. Бывший депутат от ППДП Мария Чубану говорит, что предложенные поправки к аудиовизуальному кодексу приведут к политическому подчинению всех СМИ в стране. Господа депутаты ПДС, если завтра или послезавтра будет сформировано другое парламентское большинство, что вы будете делать? Не перекраивайте законы под себя, потому что вы ставите под угрозу свободу выражения и слова, независимость СМИ, написала она в соцсетях. Между тем, авторы законодательных изменений даже не отрицают, что хотят взять под политический контроль СМИ, а представители оппозиции считают, что цель правительства – вести цензуру на медиарынок. Ați văzut și din partea CEA și din partea ONG-urilor care sunt noi considerăm că este cazul ca Parlamentul în mod politic să-și asume profesioniști. Aceste modificări contravin tuturor expertizelor și recomandărilor internaționale care au stat la baza adoptării actualului cod. Aceste prevederi contravin direct Constituției, afectează libera exprimare și vin să impună cenzura. Депутаты БКС заявляют, что нарушается Европейская конвенция о правах человека, о свободе выражения мнения, а также игнорируется конвенция о трансграничном телевещании. В связи с этим оппозиция требует исключить этот проект из парламентской повестки дня и настаивает на проведении экспертизы международных органов, а также национальных экспертов, которые работали над нынешней редакцией кодекса. Депутаты Блока коммунистов и социалистов оспорили в Конституционном суде принятие Стамбульской конвенции. Они подчеркивают, что национальное законодательство и так предусматривает ряд мер по борьбе с домашним насилием. В свою очередь, представители духовенства просят президента Майю Санду не промульгировать закон о ратификации спорного документа. Opinia noastră, ratificarea acestei convenții contravine Constituției Republicii Moldova și prevederilor legale naționale în vigoare. La fel, contravine și convingerilor sufletești, dacă doriți, ale majorității populației Republicii Moldova, care nu împărtășesc acele valori străine pe care cu regret ni le impune această convenție. De exemplu, Curtea Constituțională din Bulgaria a declarat neconstituțională convenția de la Istanbul, ținând cont că ea contravine Constituției Naționale a Bulgariei. La fel, o sumedenie de state deja au început procedura de denunțare. Deci aici este vorba despre acele țări care au ratificat convenția, dar care ulterior
Nu doar că s-au răzgândit, dar au înțeles că scopul este cu totul altul. Vorbim și statele care nu sunt membri a Uniunii Europene. Cum ar fi Marea Britanie, cum ar fi Statele Unite, cum ar fi Japonia, cum ar fi Canada, nu au ratificat și nici nu au de gând să ratifice această convenție. Митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир направил властям послание, в котором отметил, что правительство должно осознавать доверие, оказанное избирателями, и должно взять на себя полную ответственность за принятие решений и их последствия. По мнению митрополита, в такой критической ситуации совершенно недопустимо продвигать и принимать законы, противоречащие истории, православной вере, культуре и нравственности, а также многовековым традициям нашего народа. Долг церкви предупреждать власть об опасности неправильных законов, концепций и действий для людей, написал священнослужитель. Архиепископ Унген и Неспорен Петр также считают, что принятие Стамбульской конвенции подразумевает отрицание существования естественных различий между мужчиной и женщиной. А термина «гендер» нет ни в одной из других международных конвенций, отметил представитель духовенства. Он попросил президента страны не подписывать закон о ратификации Стамбульской конвенции. 1715 человек заболели коронавирусом за прошедшие сутки. 5 из них заразились за границей. В больницах борьбу с ним ведут 2472 пациента, из которых 224 в крайне тяжелом состоянии. На дому лечатся еще 9 тысяч. Победили болезнь 1418. К сожалению, число жертв продолжает расти. Умерло еще 36 человек. Коронавирус усугубил ситуацию с туберкулезом. Все ресурсы были брошены на спасение людей от ковида. В итоге выявление новых случаев сократилось, не всегда была возможность следить за развитием недуга, за тем, как пациенты соблюдают график лечения. Повысилась и смертность. Впервые за десятилетия планомерной борьбы с туберкулезом статистика не снижалась, а напротив, росла. В 2020 году было выявлено 1767 новых случаев туберкулеза. Годом ранее эта цифра составляла 2877. Курс лечения длится от полугода и проходит непосредственно на глазах у медицинского работника. И хотя большинство врачей были брошены на борьбу с ковидом, они все же нашли способ контролировать больных. У нас есть специальный такой софт, аппликация, которая ставится на мобильный телефон. В принципе, она ставится на любой гаджет. Ему выдаются таблетки на 2 недели, и он эти таблетки пьет перед камерой телефона. Специалисты не сомневаются, они держат ситуацию под контролем, тем более что ограничения, введенные из-за пандемии, вполне способствуют и борьбе с распространением туберкулеза. Это не так легко и не так просто, как людям кажется, потому что для того, чтобы заразиться туберкулезом, скажем, должно 3 фактора соединиться в одном месте. То есть это должен быть больной туберкулезом с активной формой туберкулеза, это должен быть восприимчивый организм, и они должны встретиться в определенном месте. Не встретились не просто на улице, прошли рядом один с другим. Они должны встретиться в закрытом пространстве, которое не вентилируется. Тем не менее, на 100% никто не застрахован, так что рекомендации все те же при первых симптомах к врачу. Если уже появляются первые симптомы, это должно насторожить человека, потому что человек просто там сам по себе не начинает худеть, да? То есть это должно быть по-любому с чем-то связано. Все, которые с респираторными симптомами, кроме того, что должны обследоваться на ковид, они должны обследоваться и на туберкулез. И вот в это время, да, вот этот осенний период, если у человека возникают какие-то симптомы, любая, вроде ему кажется, что это простуда, он по-любому должен обратиться к семейному врачу. На данный момент в Молдове проходит лечение от туберкулеза 1895 человек. 157 из них перенесли и ковид. Штрафы по 300 леев выписали сегодня тем, кто переходил дорогу в неположенном месте. Операцию проводили на бульваре Дачи, где чаще всего встречаются такие нарушения. Одни пешеходы уверяли, что никогда раньше так не поступали, а другие признались, что всю жизнь делают так. Между тем, по данным полиции, в этом году увеличилось количество аварий из-за таких отклонений. Есть погибшие. Сделали подземный переход. Пожалуйста, пользуйтесь подземным переходом. Тем более он сейчас отремонтирован. Я всегда перехожу в положенном месте. Никаких стараюсь, никаких нарушений на пешеходном переходе. Все как обычно. Просто сейчас так получилось, что это самое. Побежал на ту сторону и вот. Одни пешеходы сказали, что впервые нарушили и сразу попались, а другие признаются, что постоянно переходят улицу там, где удобнее.
Скажите, а вы часто переходите дорогу вот так? Вот всегда. Так? Просто сейчас очень оживленная дорога. Да пускай будет оживленная. Девушка, я здесь живу 45 лет. Вы не боитесь, что вас собьет машина? Ничего страшного. Вы мне отвечаете, что ли? Ам траверсат пентку пентру мини фарти греуса трек трептили юсен купчуру дичинчур операду по ковид. Ши у него кнуй нимень, ее под траверсе заич. Даже при проведении операции пешеход случаются погони. Эта женщина перешла полдороги, заметила полицейских и решила вернуться. Догнали. Нарушителей полицейские сегодня сразу штрафовали. Никаких предупреждений. Момент, если приведет дела шасса на новом интересном вентинале, это дела три сути, под сути чинзич делей. А при кем-то тогда такой момент минимал, это три сути делей. Персона, да, какие-то, не кожи три зелья в кратуаре, какие-то моменты анжумати. Дома, не колкать, не ну, так, конечно, по данным инспектората общественной безопасности, в этом году в авариях с участием пешеходов погибло уже 20 человек. Еще 350 получили травмы. Объемы 277 акциденты рутиере, ку импликария пиетонилу, питречили пиетонали. Идентификари от персони ау дечедат. Шабем 137 акциденты рутиере, в афара 300 de пиетони, в казу, когда pietonii sunt antrenați în traversarea străzii în locuri neprevăzute, gravitatea crește, avem 12 persoane decedate pe cursul a 9 luni de zile. Poliției говорят, что в Кишиневе аварии с участием пешеходов чаще всего происходят на проспектах Штефана Челмари, Кале Ешелор, Дачи, Мирчи Челбатрын и на Московском проспекте. Национальный инспекторат общественной безопасности продолжит операцию «Пешеход». Спорт на пуантах. Так многие говорят про балет. Грациозный и изящный вид танца, где за кажущейся легкостью скрываются часы и годы упорного труда. Его артисты свою работу не любят, они ей жизнь посвящают. Сегодня, по случаю Всемирного дня балета, для наших журналистов открыла свои двери труппа театра оперы и балета, которая блистает не только на своей, но и на многих сценах мира. «Щелкунчик» – легкая зимняя сказка, которую труппа готовит к январю. За каждым изящным движением – тяжкий труд. Балет – это не профессия, это образ жизни, искусство, которое диктует свои правила, даже в еде. Кто-то не ест мясо, я лично ем мясо, потому что я не могу без мяса. Бывает такое, что, допустим, пригласили на день рождения и съела немножко лишнего, значит, следующий день идет разгрузочный. Балет – это про эстетику, изящество, грацию, которые достигаются в буквальном смысле потом и кровью. Мы, когда учились, у нас не было таких хороших пуант. Нас раньше просто сначала нужно было вот эти мозоли прямо до мяса растереть, то есть это в крови все было, чтобы на этом месте как бы такая мозоль сформировалась, ну, как у борцов или так же у нас. И только потом эти пальцы постоянно как бы ломались. Боль и нешуточная конкуренция – это изнанка балета. Анастасия Хамицкая, прима-балерина и руководитель балетной труппы театра оперы и балета, своих подопечных теперь приучает к здоровому соперничеству на сцене. Правда, сейчас конкуренция не так высока. Детей все реже отдают в балет, особенно мальчиков. Сейчас в выпуске там 4 мальчика. Раньше, когда я выпускался, 10 было. Как слышит балет, сразу думаю, что это не для мужчин, это пуанты, это для женщин. Есть партии для мужчин, мужские, где можно показать свой характер. Мужская «Спартак» – это мужчинам. «Жизнь – это боль». Эту фразу танцоры с детства воспринимают как данность. Классика – это именно чистить себя, это вот всю эту косточку, там еще ее вывернуть, колено еще втянуть, эту мышцу еще растянуть. Это вот. Жизнь артиста балета – это в каждый день ты работаешь с болью. Это нормальное ощущение. Это норма, так скажем, для нас. Труппа театра насчитывает 50 танцоров. В репертуаре мировая классика, которая требует соответствующего уровня. На сегодня все. Наши новости есть и в соцсетях. Увидимся завтра вечером. Всего доброго. Делайте прививки и соблюдайте меры предосторожности.